приветствую, ребята, вас. Я, короче, буду делать тогда, да, на этот семейный бизнес дальше. Казантип послушал. Я думал, новый альбом, а потом просто Гелендваген. Мерседес. По столице катит Гелендваген. За рулем сидит богатый дядя. Рядом едет сделанная тати. Хорошая, кстати, вот это мне нравится. Да, я знаю, деньги, это папа. Так что здесь манекен даже нормально поет уже. И само так как бы нормально звучит. По столице катит Гелендваген. За рулем сидит богатый дядя. Рядом едет сделанная пати. Да, я знаю, да. Деньги любят папу. Полный дебак, я в белых тапках и носках. Это так, как говорится, джинсы виснут на понтах. Жопы из Excel, Гелендваген, ДМВ. Номера 777, мне опять не по себе. Я зря на этого инста-манекена накатил бочку что-то в предыдущий раз. Не так он и плох. Вот он что-то... Там казалось, что он вообще жопа полная в Казантипе сейчас, но что он не создан для того, чтобы читать вот, хип-хоп. В итоге здесь даже он как-то и нормально. Ну, как бы, не вызывает отторжения. Слушаешь. И нормальная музыка, кстати, нормальный ритм, нормально это все вообще. Пойдет сейчас еще инстасамка запоет. Я, короче, думал просто, что это конец 21-го года, думаю. Ну, в плейлистах, да, обычно многие грузят как-то непонятно, там только в разделе плейлисты альбом находится. Нет, чтобы когда в раздел видео заходишь, смотришь, ничего нет. Думаешь, где они, эти альбомы? Они там в плейлистах сидят. Короче, я думал, что альбом новый, он, сука, уже ему год. И я думаю, блин, смотреть. Ну, реально, хоть кто-то вот смотрит. Я думал, вообще никто смотреть не будет эту реакцию. Но в итоге я тогда... переслушаю туда, отсюда их. Раз хоть кто-то смотрит, спасибо реально, что смотрите. Это, блин, не зря тогда реакцию эту делаю. Мясо на карты пролетает, всегда споры, штука пальцев, что не тратит, плачет снова из-за ссоры. Она знает мои треки, но не помнит мое имя. Я включаю свои демо, она крутит папе жир. Брум-брум. По столице катит Гелендваген. Брум-брум. За рулем сидит богатый дядя. Брум-брум. Рядом едет сделанная тати. Брум-брум. Да, я знаю, деньги любят папу. Вот, как бы, это как трек с банданы. Серьезно. Ну что, разве нет? Ну, по звучанию. То же самое. Не хуже ничем. Даже он там безобразных треков 80%, там 20%, там 3 трека, может, такие более-менее сносные, ни одного супер нет. Этот звучит на уровне самого лучшего трека с банданы. А почему-то только бандана мега популярна. Бред, конечно. Брум, по столице катит Гелендваген. Брум, брум, за рулем сидит богатый дядя. Брум, брум, рядом едет сделанная тати. Брум, брум, да, я знаю, деньги любят папу. Биг бой слайм, я знаю, где достать. Маленькая татти-татти. Что-то там пел вот это, ОГ Буда. Татти-татти. Я еще больше нигде не слышал. Ну, понятно, что это девочка какая-то. Малышка. А ведь это джиспак-бай, все ступай, если плачешь, мое письмо. Жопа на битах, я опять звучу на письме. Вместо суши после парка, наплачивает гуще, брум-брум. Мои ногти стоят больше твоих, ады, брум. Я могу спустить за чек твою зарплату, брум. Открываю рот, и мне за это падает, брум. Брум, 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 брум. Брум-брум, по столице катит Гелендваген. Брум-брум, за рулем сидит богатый дядя. Брум-брум, рядом едет сделанная тати. Брум-брум, да, я знаю, деньги любят папа. Брум-брум. Столица катит Гелендваген. Брум-брум. За рулем сидит богатый дядя. Брум-брум. Рядом едет сделанная тати. Брум-брум. Да, я знаю, деньги любят папу. Блин, действительно хорошая. Молодцы оба. То есть... Оба реально исполнили офигенно. И песня супер, да. Можно написать, да, что трек пушка. Это вполне заслуженно. Более чем. Мне понравилось из инстасамки. Вот этот понравился. И вот этот что, клип. Джуси Джуси на тусе. Вот действительно то, что прям хорошо. Остальное все, что я пока слушал, но я слушал совсем немного. Оно там посредственное, вроде бы все. А вот это такое. Но это такое, да, музыка, она не. Вот
просто как такая, да, такой. Хип-хоп просто такой качающий, чисто.